Приветствую, друзья, на канале Коллекция монет. И хочу показать вам такую замечательную монету. Монету Сан-Марино номиналом 2 евро и годом выпуска 2018. Совсем свежая монетка, новая, выпущенная недавно. Материал монеты биметалл, центр никель, покрытый никелевой латунью, кольцо медно-никелевый сплав, гурт ребристый. С надписью, двойки и звездочки чередующиеся. Отношение аверса к реверсу медальное. Вес 8,5 грамм, диаметр 25,75 миллиметра, толщина 2,2 миллиметра. Отчеканена монета на монетном дворе города Рим в Италии тиражом общим 63 100 экземпляров. Из них 60,5 тысяч были выпущены в таком вот блистере и буклете. Посвящена монета 420-летию со дня рождения Джованни Лоренцо Бернини. Уже даты крупные, круглые смерти и рождения, наверное, кончились в Сан-Марино. И вот почему-то не круглую дату эту выбрали для монеты. Джованни Лоренцо Бернини – это знаменитый итальянский скульптор, архитектор, художник. Родился он 7 декабря 1598 года в Неаполе в семье скульптора. Отец его занимался рядом крупных проектов. Ну а Джованни начал учиться, ну и впоследствии стал автором нескольких проектов итальянских церквей. В дальнейшем уехал во Францию для работ в Лувре, но там пробовал не очень много. Стал консультантом Французской академии искусств художественным. И по возвращению в Рим завершил собор Святого Петра. Сделал там величественную колоннаду, обрамляющую площадь этого собора. И 140 статуй святых, которые установлены над колоннадой. Ну и одно из самых значительных архитектурных достижений – главная лестница Ватикана, Скала Реджа в Ватиканском дворце, ведущая в парадные помещения и святые места папской обители. Вот в 1679 году Джованни Бернини умер в Риме, в 1680 возрасте 81 год. Вот, ну а на монете у нас изображен знаменитый мраморный бюст Констанцы Буонарелли работы Джованни Лоренцо Бернини. Слева годы 1598-2018, дата рождения. Справа литера R, знак монетного двора. Сан-Марино, слева название государства и фамилия мастера Бернини. Ну и также здесь инициалы дизайнера АМ. Ну а по внешнему кругу расположены 12 звезд Европейского Союза. На оборотной стороне у нас стандартная. 2 евро номинал, карта Европы. Вот такой вот блистер. Немножко отсвечивает. Ну а вот эта скульптура, которая изображена на монете. Очень красивая.
с другой стороны. Ну и вот 3D изображение, можно сказать, со всех сторон фотографии. Ну и стоимость данной монеты составляет где-то в районе 2000 рублей. Средняя. Вот так все это дело убирается и хранится. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч.